да. Самое лучшее в Никогда нет, ты знаешь. Ты знаешь, что у тебя там. Я и жена поддерживаем вас на улице. Поддерживаем жене! Да, она вас поддерживает. Это, конечно, я благодарю вас. Идем-то рановато. Вот это. Можно вас еще попросить дату поставить? Вот здесь. Оттуда, да? Сюда. Кого еще на тут? Вообще я не успел поблагодарить всех, но благодарю вас сейчас из этой глубины этой дыры, от этого стола, что вы все пришли. Можно Андрею? А можно вас фотографировать с ребенком? Я понимаю, но я должен все-таки людей как-то... Большинство, ну, поставьте ребенка сюда. Вот я и говорю, пройди туда. Так, ребеночка, ребеночка. Пропустите, вот пожалуйста. Андрей, давай, давай, давай. Пропустите его туда. Говорите, мальчика. Андрей, встань к нему поближе. Может, я замечательно, давай. Это не ребенок. Андрей, смотри, как. У меня мальчик. 4 года будет 7 ноября. Девочки. 2 года будет 17 июля. А может она листочки? Да. Я желаю, чтобы вас хватило здоровья, девочкам, мальчикам замуж были. Вот я сам все время думаю, как это увидеть. И что они придумают? Сейчас очень развита медицина. Спасибо большое. Андрей, спасибо тебе. Спасибо большое. Пожалуйста, чек. Мое имя. Спасибо. Мадина. Вот это да, женщина. Как? Мадина. Мадина. Через Д. Мадина. Мадина. Нет, по-моему. А, нет, видно, видно, видно. Спасибо. 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 Спасибо.
Я был много не знал, что все были действия. Спасибо. Еще один. Да, еще. Пожалуйста. Будьте добры, Александр. Пешава, отходи. Александр? Да. Вы хотите, чтобы я вам подписал это? А это что такое? А это мне что-то прислали какое-то. Ну так другой ничего менее. Ну и давай. Я только с улицы зашел. Без проблем. Я думал, что позже. Лишь бы послужило доброму делу. Так, давайте. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович. Анатолий Иванович. Рекламы похожи вы должны быть, да, или как? А? Вы тоже похожи были рекламы. Какой здесь? Да. Нет. В это время? Да, по 7 часов. Нет, это через счет в другом магазине. Это возле Московского вокзала? Да, который... В Буктявском костюме, в Буктявской костюме. Музыкальное сопровождение, да? Да, хорошее знание. Что ж, уважаемые зрители, презентация книги Эдуарда Лимонова заканчивается. Эдуард писает свои книги. Читатель, на этом мы будем заканчивать данную трансляцию с этого мероприятия. До свидания, всего доброго.